В программе фестиваля «Саратовские страдания» покажут запрещенный в России фильм. Речь идет о картине Гаспара Ноэ «Любовь», которую некоторые кинокритики назвали эротической драмой с элементами порнографии. Чтобы увидеть спорную любовь, зрителям придется предъявить паспорт. Международный фестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания» пройдет в Саратове с 29 октября по 3 ноября. В основной программе заявлено 23 документальных фильма из разных стран мира. В работах отражены такие болевые точки современности, как терроризм, борьба с раком, дети с аутизмом, женская тема и жизнь в российской глубинке. Среди главных героев – таксист, продавщица сельского продуктового магазина, вдовы, которые после смерти мужей нашли смысл жизни в разведении пчел. Фильмом открытия фестиваля станет картина «На пороге страха». Работу над ней начал известный советский документалист Герц Франк, а после его смерти продолжила режиссер из Саратова Мария Кравченко. Кино «Сложная судьба», потому что он рассказывает, главный герой – террорист, который в свое время убил Ицхака Рабина, премьер-министра Израиля. Девушка, приехавшая из России, влюбляется в него. И таковы там сложности жизни, что она рождает от него ребенка. И вот эта история исследуется. Уникальная человеческая судьба, которая в конечном итоге накладывается на судьбу всей Европы и всего мира. И вот наши размышления, наша боль о том, что сейчас происходит и в Европе, там, и в Сирии, и у нас с Украиной, в какой-то степени там есть эмоциональные отголоски по этому поводу. Ожидается, что в фестивале примут участие режиссеры отечественного кино Андрей Осипов, Иван Твердовский, Алексей Погребной и кинокритик Антон Долин. Одним из членов жюри станет представитель Саратовской театральной школы Сергей Пускипалис. На фестивале «Саратовские страдания» он в качестве режиссера представит свою новую картину «Клинч», которую называют современным аналогом фильма «Доживем до понедельника».